Всем привет, с вами я, Вика, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я решила показать вам, что же я кладу в свою сумку. Вот так вот она выглядит. Обычно с этой сумкой я хожу куда-нибудь гулять. А вот с этой сумкой, рюкзаком, я обычно хожу на учебу. Как обычно, перед началом просмотра этого видео, я бы хотела порекомендовать вам подписаться на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании под видео. Буду ждать вас всех там, я там тоже записываю всякие разные видео. Видосы. В общем, там много всего интересного. Давайте посмотрим, что же у меня лежит в первой сумке. И самое первое, то, что мне попадается, это, конечно же, расческа и вот такая вот маленькая заколочка. Расчесываюсь я очень-очень часто, и мои волосы, они очень путаются. И поэтому я ношу с собой постоянно вот такой вот спрей для волос. Пахнет он абрикоской, кстати, и очень хорошо помогает, честно вам сказать. Это не реклама. Следующее, что лежит в моей сумке, давайте откроем кармашек один. Вот такая вот гигиеническая помада. Пахнет она, кстати, кофе. Очень классно пахнет. Что такое? Ваниль, кофе. И самое интересное, то, что она сладкая. Вы вот вообще вот встречали такие помады, которые имеют сладкий вкус? Я лично нет, это моя вот первая покупка такая удачная. В моем кармашке еще лежит вот такая вот матовая помада от NYX. Также в этом кармашке у меня находятся духи. Пахнут они тоже шоколадом, ванилью, вот такой вот аромат. И последнее у меня — это визитка маникюрного салона, там, где я делаю себе ногти. Переходим, наверное, к следующему отделу. Этот уже закончился. В следующем отделе у меня лежит вот такой вот, опять же таки, кофейный крем для рук. На улице сейчас такая достаточно непонятная погода, и наши с вами ручки требуют ухода, поэтому я вам тоже советую носить с собой косметички, либо же в кармашке крем для рук. У меня здесь лежит также пудра, вот такая вот пудра от MAC, пользуюсь ей достаточно давно уже, и она тоже мне очень нравится. Затем идет самый важный предмет в моей сумке. Это, конечно же, наушники. Куда же без них? Вот когда я куда-то еду, если я понимаю, что я забыла дома наушники, я в любом случае за ними вернусь домой. Лучше пусть я куда-то опоздаю, там, на час, неважно вообще, но наушники я возьму. У меня здесь лежат вот такие вот очки. Понятия не имею вообще, зачем они мне, но просто пусть лежат, чтобы место занимало. Конечно же, я ношу с собой водичку, поскольку я очень-очень много пью. Где-то 1,5 литра в день, ну, может быть, это и немного, конечно, но для меня это много, поэтому каждый день я ношу с собой водичку вот такой вот бутылочки. Я еще ношу с собой вот такую вот палетку теней, если что, там вдруг у меня размажется, нужно же подправить, подкраситься обязательно, без этого никуда. На самом дне у меня здесь лежит, отдыхает мой телефончик, влажные салфеточки. Не рекомендую вам покупать салфетки вот в таких вот огромных упаковках, потому что это безумно неудобно, они занимают много места. Лучше покупайте в маленьких упаковках. И последнее — это мой кошелечек. Собственно, это все, что я вам хотела показать. Кстати, вот в этой сумке у меня лежит практически то же самое, только помимо этого всего у меня там тетрадки, потому что я с этой сумкой хожу на учебу. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Я вам безумно благодарна за то, что вы такие активные, и за то, что вы меня смотрите. И всем пока!